Дело обманутых вкладчиков. На территории недостроя «Адмирал» начали работать эксперты. Их задача – оценить, сколько застройщик потратил денег на строительство. Напомню, в доме на Гранитной 1 10 лет назад больше 200 семей купили квартиры. Свои квадратные метры они так и не увидели, здания не достроили до сих пор. О том, как проходила экспертиза и кто натравливал на специалистов собак, знает Марьям Ильхасан-Али. Это серое здание – недострой «Адмирал». Его начали строить еще в 2005-м. Тогда квартиру у застройщика Виктора Гурина купили больше 200 семей. Он обещал обеспечить их квадратными метрами в течение 3 лет. Однако люди до сих пор свое жилище так и не увидели. Когда мы покупали квартиру, как бы ребеночка вообще даже не было. Наталья – одна из инвесторов. Ее сын Вова в этом году пошел во 2-й класс. Вместе с ним она ютится у родителей. По словам пайщиков, Виктор Гурин собрал порядка 55 миллионов гривен. И эта сумма – 10-летней давности. Плюс взял кредит в Укрсибанке на сумму почти 1 000 000 долларов. Главный вопрос – сколько застройщик вложил непосредственно в строительство «Адмирала»? Выяснить это приехали эксперты вместе со следователем Овидиопольской полиции. Принудительный осмотр разрешил проводить суд, однако на территорию «Адмирала» никого не пускают. Открывайте двери, вот постановление, ознакомьтесь. Только что звонил про вас руководитель, он сказал, без Виктора Григорьевича вы зайти на территорию не имеете права. Представитель правоохранительных органов прилагает силу. По-другому выполнить постановление суда не получается. Пару минут – замок взломали. Эксперты вместе со следователем попали на территорию жилого комплекса. Возле здания появляется этот мужчина. Он всячески препятствует осмотру. Вызвал он сторожек, начали травить экспертов собакой. Вы видели, он овчарка специально привязана. Ну то, что был вынужден вызвать наряд полиции, сейчас он приедет, будем устанавливать, кто это такой. Сам мужчина представился Денисом Прибатиным, главным инженером строительной компании «Гранит-К», той самой, которая обманула 200 семей. Ты что делаешь? Тихо, тихо. Ты первый ударила? Тихо. Вы видели камеру? Возник конфликт о том, что непонятные для меня люди пришли на территорию и начали меня бить. Мужчина вел себя странно. Сначала бросался на экспертов, инвесторов и следователя. Затем на нашу съемочную группу. Что ты смотришь? Я кто первый ударил? Скажу, я его кто ударил? Первый начал матюкаться? Что, успокойся? Успокаивайся. Кто первый ударил? Я защищаюсь. Меня первый ударил. Конечно. Спустя полчаса к инженеру подъехал полицейский патруль, который успокоил мужчину. А тем временем эксперты выполнили свою работу. По словам следователя, осмотр продлится еще минимум 3 месяца. В конце экспертизы станут известны все суммы, которые на самом деле вложили в строительство «Адмирала». Марьям Ильхасан-Али, Евгений Руденко, 7 канал.